Михаил Марьяхин сохранил с собой пост председателя рекотделения партии «Справедливая Россия» в Самарской области. Участники партийной конференции проголосовали за него единогласно. Главу рекотделения выбрали на 2 года. На этот же срок переизбран Совет областного отделения. Михаил Марьяхин выступил с отчетом о проделанной работе и обозначил планы партии на ближайшее будущее. Отметили эффективность работы регионального отделения партии на прошедшей избирательной кампании и наметили достаточно серьезные планы по избирательной кампании, которые будут у нас в 2018 году. Партии необходимо провести мобилизацию, эффективно поработать в местном отделении городского округа Тольятти, в Сызрани, для того, чтобы поучаствовать в избирательной кампании по выборам депутатов Думы городского округа Тольятти, а также принять участие в избирательной кампании по выборам губернатора Самарской области.